Добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня 1 декабря 2020 года, и мы начинаем подготовку к выставке овец 2020 года 31 мая в Бишкеке, 7 июня в Шымкенте и 14 июня в Махачкале. И сейчас мы создали такую экспедицию нашей казахстанской делегации по югу Кыргызстана. И при этом вот сейчас мы видим наш селекционер Мирзо, а также вот это все гисароводы Джалалабада. Вот вон на машинах еще привезли овец для показа. Вон мы их видим. И сегодня мы ведем репортаж с хозяйства Хурсанта Джантуроева. Хурсант, салам алейкум, как поживаете? Хурсант, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы держите, сколько у вас хозяйства, откуда оно началось, сколько, какое поголовье? Рядом со мной будь с этой стороны. Сейчас у него 200 голов маточного поголовья. Вот эти кучхарчики, баранчики, это его собственного производства. 10 лет он занимается уже гисарскими баранами. Диктер, бесак минут. Ага. Мартовские вот кошкарчики. Мартовские ягнята. Это вот у него таких сейчас есть ханшабаспар примерно. Где-то 60-70 голов у него на продажу. Вот такого формата кошкарчики у него. Вот. Откуда у вас отцовская линия? Кошкарлар Казахстан киген? Таджикистан. Кошкаров они все ставят Таджикистана, вы как поняли? Джалалабад географически им Таджикистан близко. И вот они ставят. Вот этот красный, он вообще длинный, курдюк приподнятый, сам широкий. Это очень перспективные ягнята. И вот такого формата у него примерно на данный момент 60 на продажу. А ургастоклар сатлад мажокпа? А ярок он не продает. А ханшадан примерно осындай козкостовар. Тохтокосколар ханшадан? Тохтокосколар. 40 000. По 40 тысяч сомов, это порядка 600 долларов. Козлар келген мал 30 000 сатамыз. А до этого он продавал по 450 долларов, когда только спустил с гор. Вот, посмотрите. Это вот кошкарчики Джалалабада. Вот такой формат. Рыжий и черный. Вот они основные кошкарчики, вот они тут. И вон там есть матки. Сейчас я матки отдельно сниму. А вот его овцематки. Ну это не все, конечно. В общем, сейчас посмотрим, какого формата у него овцематки. Вот они такие овцематки. Брем, айдан дальше, но вахт кету отругу. Сейчас покажем. Вот такое хозяйство у Хурсанбек Джантуреев. Посмотрите, какие. И можем показать кошкары, кстати, тоже сразу. Вот это его кошкары-производители с Таджикистана. Вот они пошли. Болт. Каттайдама, болт, каттайдама. Лучше, что там.
Вот, пожалуйста. Чистый таджикский тип, чисто ганды. Вот он. Широкий, приземистый, крепкий, костяки весь. Вот, и цвет такой. Вот голова даже можно определить. Так, это с какого хозяйства кошкары? Кому кошкарлары? От где вы их брали? Это таджикский. Ну понял, а к мне налгандар? Усерати. Усер? А, вы усера не брали? Ну он, видать, брал. Усер брал в... Айлентыш. Айлентыш. Но ягнят вы ждете от них, будут в 20-м году. Келеш было, да? Так, номер на чью вересен бы? 77 30 18 30. Так, 3 семерки, да? Но плюс 996, 3 семерки. 3 семерки, 30. 30? 18 30. Это вот, пожалуйста, Кусамбек парень. Салам алейкум. Удачи вашему хозяйству. Это все гисароводы Джалалабада собрались. Первое собрание в истории, кстати, гисароводов Джалалабада. Сейчас мы поедем на следующее хозяйство.